Ну-ка, я сейчас все решу. Здравствуйте, люди добрые. Здорово. Случилось что? Случилось. Тут один деятель мне бизнес порушил. Ты его в лесу потом нашли замерзшим, не слышал? Не слыхал. А вот про накрученные цены в сельском магазине слушок был. Офигенный праведник, что ли? Ты за моих детей кредиты платил никуда. Я вряд ли. Лежать! Стоять! Сверна! А вы что, служили, что ли, да? Ну, агрессия нам точно не поможет. Давайте. А теперь давайте. Без агрессии. Суть вопроса в чем? Суть вопроса. Был у людей бизнес. Так. Деревню целую кормили. Так. А теперь чем я займусь, а? Откройте сервис доставки или интернет-магазины, работайте себе. А вот так просто. Взяли, открыли, да? Да. Сейчас вообще никаких проблем. У нас у министерства есть программа «Цифровые профессии». Сейчас покажу. И главное, абсолютно бесплатно. Бесплатно? Да. А здесь нет интернета. Вот вышку поставим, лично приедем и все объясним. Обещаешь? Конечно. Все? Мужики, вопрос исчерпан?